Всем привет! Вы на моем канале Вязалки с Еленой. Посмотрите, какой образец я связала ленточного кружева. Вязать это кружево несложно. И кому интересно, оставайтесь на канале, будем вязать вместе такую красоту. Вязать я буду вот такими ниточками, это турецкий хлопок, и крючком 1,25. Набираем 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вяжем 3 воздушные петли подъема и вяжем сюда столбик с накидом. И теперь в каждую петлю нужно связать 2 столбика с накидом. Вот я еще раз вяжу в эту петлю столбик с накидом. Вот петля, вяжу 2 столбика. И таких столбиков нужно провязать до конца ряда 17. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем дальше. 6, 7 в один стол, в одну петлю. 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15 и еще 2 столбика. И вот так должно получиться. Разворачиваем вязание, вяжем 3 воздушные петли подъема, еще одну, и вяжем в эту же петлю столбик с накидом. Воздушная петля, и в следующую петлю вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. И так мы вяжем до конца ряда 17 столбиков с накидом, и между ними вяжем воздушную петлю. Вот я провязала 17 столбиков с накидом. Поворачиваем вязание. Вяжем 3 воздушные петли. И вот сюда вяжем, соединяем 3 воздушные петли. И между столбиками соединяем 1, 2, 3. У нас такие получаются
кружочки. 1, 2, 3 и вот сюда. И таких кружочков нужно провязать 13. 1, 2, 3 и вот сюда. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девять уже. 10. 1, 2, 3. Вот. 11. 12, 13. Вот мы провязали, теперь вяжем 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и соединяем вот сюда. Переворачиваем вязание. И вяжем 3 воздушных петли подъема. Столбик с накидом, еще один столбик с накидом, и таких столбиков мы провязываем 17. Я провязала 17 столбиков с накидом, разворачиваю вязание и вяжу 3 воздушные петли подъема, еще одну, и вяжу в эту же петлю столбик с накидом. Воздушная петля. И в следующую петлю вяжем также столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, и так вяжем до конца ряда. Таких столбиков должно быть 17, и между ними воздушная петля. Продолжаем вязать до конца ряда. Вот я довязываю 17 столбик. Вот я провязала. Опять разворачиваем вязание и вяжем 3 воздушные петли. И сюда, в эту петлю над этим столбиком, вяжем такую дугу. 1, 2, 3 и также вот сюда соединяем.
1, 2, 3 и следующий вот над столбиком в эту петлю соединяем. Вот мы провязали уже 3 таких колечка. 1, 2, 3 и столбик соединили. Таких колечек нужно провязать 13. 1, 2, 3 вот сюда. Один, два, три, соединяем. И вот я провязала 13 колечек. Вот так вот. Теперь вяжу 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот здесь соединяю между столбиками. Разворачиваю вязание. Вяжем 3 воздушные петли подъема и 17 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Продолжаем вязать 17 столбиков. Вот я провязала 17 столбиков, разворачиваю вязание, вяжу 4 воздушные петли подъема и в эту же петлю столбик с накидом. Воздушная петля. И в следующую петлю столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда, а потом я покажу, как мы будем соединять вязание кружева наше. Вяжем так 17 столбиков с накидом и между ними одна петля. Я провязала 17 столбиков с накидом, между ними воздушная петля. И теперь нам нужно соединить наше кружево. Сейчас я покажу. Вот одно колечко, второе, третье. С четвертым колечком надо соединить. 1, 2, 3, 4. Вот мы соединяем. Вот так. Соединили вязание. Теперь разворачиваем. Вяжем 3 воздушные петли. И вот сюда. Между столбиками. 1, 2, 3 и соединили. 1, 2, 3 и вот сюда соединяем. 1, 2, 3 и сюда. И таких колечек нужно, чтобы было 13. 1, 2, 3. 4. Продолжаем вязать. Я провязала 13 таких колечек.
Теперь вяжем 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И соединяем. Разворачиваем вязание. И опять повторяем. Вяжем 3 воздушные петли подъема и 17 столбиков с накидом. Вот я уже вяжу 13 столбик, 14, 15, 16, 17. Разворачиваем вязание и вяжем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. И в эту же петлю столбик с накидом. Воздушная петля, в следующую петлю столбик с накидом. И вот так до конца вяжем. Воздушная петля, столбик с накидом. Вот я провязала до конца ряда. И сейчас я буду соединять наше кружево. Четвертую дугу. 1, 2, 3, 4. Вот. Соединила. Смотрите, как получается. Вот здесь мы соединили кружево. И вот я разворачиваю вязание. Вяжем 3 воздушные петельки и вот сюда. 1, 2, 3 и между столбиками. 1, 2, 3 и таких колечек нужно провязать 13. Вяжем 13 колечек. Вот смотрите, я провязала. Вот так должно получаться. И вяжем 10 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И соединяем между столбиками в конце ряда. И разворачиваем вязание, и все повторяется. Вверху у вас схемка. Смотрите, пробуйте вязать такое красивое кружево, и у вас все получится. Не забывайте подписываться на канал. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч!